Давайте лучше у себя дома устрою. Куриное раздолье. Мне их вот так тут попожуй. Да уж, есть тут до хрена. Давай, давай, раскидывай. Тормоз, блин. Дикий способ. Ну что поделать? Здесь по-другому не работает. Ну что, я раскидаю их когда-нибудь или нет? О, кстати. Хорошо. Так, вот у вас две. А вот и мелкий коровенок. Так, теперь у меня три коровы. 33 коровы, 33 коровы. Предлагаю добить. Что-то рано есть. А, нет, смотри, ну то есть в кого-то. Нет, вот еще, пожалуйста, еще одна выхалывала. Не, ну ладно. Больше вроде толку нет. Пусть размножаются. Блин, опять. Попал. Так, нужны тыквы, 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 тыквы. Блин, где они были-то? Забыл уже. Не здесь, тут что? Пять. А мне надо три. Идеально. Так, не давайте поспим. Ночь на дворе. Не будем туда лезть. Ну что? Ну что ты не ложишься? Что, на голодный желудок спать не хочешь? Не вопрос. Да хванем говядинки перед сном. Все? Вот так. Ну, вы что же мне? Цац какая. Не хочу, говорит, спать на голодный желудок. На полный желудок спать вредно. Сим-сим. Спасибо. Так, надеюсь, мы его снеговика там не прибили. Потому что теоретически тут появляется толпа уродов. Ну вот. Ну, не суки ли, а? Они его прибили. Так. Твою же мать. Да. Получается, слизень был крайне миролюбивым существом, которое просто клало болт на этого психованного снеговичка, который зачем-то к нему приставал, да? Работает? Работает. Зем. А тут, значит, он сцепился с крипером. Да, умеете врагов выбирать. Что там, сдохли, что ли, уже роторы? Что-то не видно. Серьезно? Уже? Нет. Зад! Зад! Так. Во-первых, для начала убью. Да, вот сюда.
Че, подождем, пока зарастет. Давайте тогда чуть-чуть, но надо решить вопрос с этим. И вроде как вот эти факелы хотел сделать. По-моему, да. Вроде бы. Вроде бы их. Так, давайте F7. Не понял. А, тут красные, да? Опа. Топит. Подожди, как так? Стоп, а какие не топили? Забыл. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать. Да, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Ломально. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Красные не растапливали. Все, вспомнил. Или топят все-таки. Подождите, я ничего не понимаю. Подождите, светильники топят все-таки их или нет, блин? Да, он их топит. Подождите, а какие же я проверял-то, которые не работают, не разогревали их? Нет, да, вот они их растапливают. Секундочку. Я в прошлый раз лично помню, что я искал светильник, который не будет растапливать эти плюшки. Было такое, было. И какой-то же их не растапливал. Под каким-то снег не уходил. Нет, уходит. Так. Неожиданное здрасте. Так. На снегу твари точно так же появляются. Я прав? Я прав. Или я не прав? На заснеженных вершинах появляются твари? По-моему, да. То есть снег не блокирует их появление. Текс. Проблема. Настоящая, блин, проблема. Как тогда решить вопрос с освещением? Если только улья снежная собирать. Они подсветку дают. Но, блин, это надо за ними... Эй, карта, включись. Это за ними надо вот сюда. Они тут есть, их тут много. Найти несложно. Это я помню. Так, знаете что? Давайте-ка заполните тут всю снегом.
Снег 10 штук. А, то есть так он просто разрушается, да? Если взять светящиеся камни, которые с преисподней, их можно использовать или нет? Блин, а толку? Толку, да, маловато. Ну ладно, давайте тогда саженцы. Так, саженцы акации, саженцы дуба. В смысле? А где саженцы ели? Конкретно так. Уху ели. Ну-ка, цыц. Их была целая куча. Сажен. Темный дуб, яблок. Да ладно, ни одного саженца ели нет? Стоп. Я же их собирал. Специально эти елки. Вот же они. Да блин, даже растут здесь. Это я их высаживал. Вот эти елки-то я притаранил. Откуда? Из этого. Как его, елки-палки? Зимнего леса. Я тут бегал, их рассаживал, блин. Потому что они мне нафиг были в таком количестве не нужны. И сейчас их тупо нет? Прикольно. Че, я все израсходовал? Нет, странно, что их в этой, в сети нету. МФ сети. Просто, по-моему... Мог ли я их туда не сложить? Откровенно говоря, как нифиг делать. Мог ли я? Ха-ха. Так, я так понимаю, нехилый кусок всего улетел вниз, да? Очень нехилый кусок. А, нет, тут еще. Так что. Цветы? Такие гадкие, неприятные цветочки. Я просто хотел проверить, правильно ли я помню, что это те самые гадские цветы, которые тебя телепортируют черти куда против твоей воли. Да, правильно. Можно было не подтверждать. Тише. Сколько нам надо саженцев-то? Еле палы. Так. Восходит луна. Это плохо. Сейчас моих снеговиков там порубают в мелкую капусту. Так, это не то. Это саженец ели. В принципе, теоретически можно попробовать сделать следующий вариант. Если сейчас опять там всех перетолкают. Ну что это такое, блин? Ну, Сергеич, стоял после себя сюрреалистичный пейзаж. Сим-сим, исчезни. Если их опять сейчас всех перетолкают, то можно поступить следующим образом. Можно попробовать запихнуть светящиеся камни под снег.
То есть, как я внизу подсветку сделал, сколько у меня, кстати, да? Ой, 27, куда столько-то? Вот. Хотя, это только кажется, что много. Ломаем дальше. Ни хрена это немного. 64, вот это нормальный показатель. А 27 это так. Фигня. Если что, если вдруг кто не в курсе, там ребята ставили какой-то мод, который делает... То ли мод это, то ли еще что-то, в общем, который вот так вот работает. То есть срубаешь самый нижний кубик от дерева, и он тебе автоматически все дерево сносится. Работает только на топорах. То есть если рубить чем-то другим, то это не срабатывает. Или это у меня топор так сделал. Я вообще не помню на самом деле уже, честно говоря, почему это работает. То ли мод, то ли какой-то апгрейд для топора. Не скажу, что мне нравится эта вот фишка, честно говоря. Немножко она какая-то... Не знаю. Как-то это немножко неправильно. С другой стороны, да, это очень нехило ускоряет процесс. Тут не поспоришь. То есть, действительно, когда тебе неохота, например, возиться. Так, 60. Ну, хватит. Нормально. Но где там следующий кусок земли? Так. И все ж таки меня удивляет, что вот с этой доменной печью он даст Стрелкрафте. А как же ребята это делали, эти слитки? Ну как-то же они их делали. Блин, надо будет задать вопрос. Не забыть, блин, спросить на самом деле. Ну как, что они, не, они убрали эти печки? Что, что там не работает, грубо говоря? Ой, перед уходом надо будет поснимать нафиг сиротора. Перед выходом из игры. Чё каждый раз делать? Эй, о, не залипай. Хорош! Да ты чё, блин, обалдел что ли? Дёргает нас, дёргает. Ну давайте. Сейчас увидим, что тут произошло за ночь. О-о-о, мотать мое колено. Угу. Ну, из плюсов. В живых остался целый один. Целый один. А где у меня лежали? Нет, не здесь. И не здесь. Здесь. Да вот эти вот все плюшечки. Так. Топорное место. Эту штуку на место. А, сорян. Так, и саженцы ели. Ну куда тебя, куда вас, сударь, к черту понесло, а? Екц. Это я случайно нажал. Так, буду ли я тут делать какой-нибудь текущий вниз фонтан? Нет, не буду. Не хочу. Так, наверное, надо все-таки сбегать за этим усилителем. За этой, как ее, хренью. Костной мукой. А, так, это сюда. Снежки, блин, надо выкинуть. Угу. Так. Желудок паучий сюда. Уголь пусть тут где-нибудь лежит. Кстати, а может он где-нибудь тут лежит? Тут кремень. Ладно, пусть и уголь. О, лед. Забавно. Так, и-и-и-и-и. Мука постная. Да ладно. Да ты гонишь.
Нет костной муки? Серьезно, я тогда всю израсходовал? Неожиданно. Честно говоря. Очень так. Из плюсов хорошо, что снеговиков у контрапу пели, скажем так, без взрывов. Это радует. Ну куда тебя несет, а, парень? Ну что ты, блин, какой? Да, 3, 4, 5. О. Класс. Эти колыхать. Вот это разрослось. Красиво. Да блин. Так, а вот сюда придется снежок уже подпихивать, да, под нее? Аккуратненько. И на нее. Да, это, конечно, интересный момент. Ого. И такие бывают. Так, ну если, допустим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, вот так вот, да? Не пугай. Блин, мелковато, да? Надо поплотнее. Все-таки. Угу. Ёлочка! Ты где? Оно на место. Не, 9 перебор. 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Мотать мой лысый череп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да идить! Хорош! Это дурында, блин, вымахивает. Прикольно. Не, прикольно, особо не нравится, слушай, это так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О! Так. Красивенько. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Слушай, а ведь, по-моему, если я ничего не путаю, на елке ставить... Да, на елке фонарики ставить нельзя. Нельзя ведь? Нельзя. Ну, плохо как бы тут. Не знаю, в общем. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нормальная такая елочка. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Два, три, четыре. Раз, два. 4, 5. 3. 4, 5, 6. Угу. Так, погодь-ка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ага. То есть раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, норм. Пусть так. И тихо. Подальше. Просто вымахало. Фу. Эй, ну ты чё? Чё загрустил-то? Убили твоих друзей? Да, согласен. В принципе, я бы тоже загрустил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Угу. Гулять начал? Вот так вот.
почувствовал, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин. Раз, два, два, три, четыре, шесть, семь. 8, 9, 10, 11. Раз, два, три, четыре, пять. Не, ну проход, кстати, есть, несмотря ни на что. Все равно остается, как бы. Блин, ну что делать-то, а? Действие с снеговиками себя немножко не оправдало, да? Ну да, их убивают, к сожалению. Вот один, конечно, гуляет здесь активнейшим образом. Но он, видите, он опять как бы... У него нет этой функции заполнения. То есть он не занимается, допустим, ну, забиванием тут всего и вся. Кстати, вопрос. Опа! Да. Блин, а. Кот, не ори! Как он достал, если бы вы только знали, ей-богу. Знаете, наверное, сейчас поеду за снегом. Потому что. Так, потому что надо. Тут ничего не попишешь. Дейс со снеговиками себя не особо оправдывает. А снежок нужен. А тут я уже весь снег подобывал, да? Как хорошо, что даже супер навороченной лопатой копается не так лихо. Снежок! Эй, я же видел, как ты сюда упал. Я же помню. Бабочка. Воспаленная. Воспалившаяся. Не, ну, вы поняли. Бабочка-берсерка. Бабушка-берсерка. Суровая бабушка-берсерка связала внуку новый щит. Нет, это как-то слишком брутально. С другой стороны, бабушка-байкер своему внуку мотоцикл связала, так что, в общем-то, тут брутальность весьма условная. Так, это сюда. Угу. Я вот одного понять не могу. На снегу реально, что ли, они не появляются, эти твари? Не подбираешься. Так. Помс. Музыка заиграла. Кстати, недавно оказалось, что у Стронгхолда тоже есть авторская музыка. Вы представляете? Я говорю, YouTube начал замечать мое присутствие, что называется. Ну, то есть, сколько времени я уже этот первый Стронгхолд прохожу, да, сколько видео записано. Здрасте. Отстаньте. Это, я говорю, первый раз, когда неожиданно пришла жалоба. Ну, там, из тех жалоб, которые не влияют, так сказать, на канал. Просто монетизацию отключают и все. Не критично, но, блин, просто так смешно, понимаете? Просто как бы, вот, видео, да? Я же обычно делю видюшки. Чё, с самого низа приперлись за мной.
Да, слушай, смотри, они на снегу реально не появляются. Пойдем поспим. Пойдем поспим. Блин, от кровати с собой носить, ей-богу. Стоите удивить на вершине. Не туда. Вот я хочу сказать, видюшки я всегда пилю одинаково. То есть, если слишком длинное получается, я, например, одно видео там делю там по полчаса, да, на сколько-то кусочков, и все. Я хочу сказать, сколько этих видео с одной и той же музыкой. Ну, как бы Stronghold, при всем моем к нему уважении, при всем уважении к этой игре, он особо-то не радует разнообразие в музыке. И я говорю, сколько там видео, и вот на одно, значит, прилетает жалоба на, типа, использование чужого карты. Что за бред, блин, елки-палки. А, типа, в остальных я это не играл, да? При том, что я ведь специально там музыку не делаю тише. Я ее оставляю такой, какая она есть. Я ее не отключаю, ничего, пусть играет. Я только рад, блин. Сим-сим, откройся. Да откройся ты, идрить твой в корень, вышибу когда-нибудь. Вот дверь к чертовой матери. Это на самом деле, надо повышибать эти двери. Че с ними мучусь? Ну че? Так, дерево на месте, снеговик на месте. Мелкий, как жить? Эй, здоров, как дела? Что-то грустный какой-то. Хочешь, я тебе пару друзей сделаю, а? Эй, ты чё? Не понял. Кстати, на самом деле, пойдемте-ка. А разве семена тыквы не должны добываться из тыквы? Сим-сим, откройся. Хм, странно. Так. Так смешно появляются. Но вот здесь как бы нет этих проблем. Нельзя. Не лезь за мной. Кто же мне? Так. Какие-то вот такие одиночные моменты позатыкать. Куда мои ребята наверняка уже не доберутся. Сюда, например. Это... Здесь. Не опять идти за снежками. Вот так вот создавать-то. Биом. Там не хухры-мухры. Давай в корень. Не все так просто. Опа. Ага. Кончилось, да? С
Снежок кончился. Ну, блин, полетели. Что дальше добывать, да?